Ну да, было тяжеловато войти в игру, потому что игра была с обоих сторон на встречных курсах, и поэтому было тяжеловато войти. В принципе, первые минуты вышел, чуть-чуть задохнулся, можно так выразиться. Потом вошел в игру и более-менее себя нормально чувствовал. Твои кондиции как оценишь на данный момент? Ну, не лучше, можно так сказать. Надо чуть понабрать еще форму, и думаю, все будет хорошо. Ты не так давно в команде, успел ли уже освоиться в команде, адаптироваться? Да, в этом плане вообще все супер, и с ребятами всеми хорошо познакомился, и хорошо приняли, освоился в команде хорошо. А как возникло предложение с Гомелем продолжить карьеру здесь? Да, я как бы искал, уже понимал то, что в Торпедо не получится закрепиться, мне сказали искать команду. Я мог, конечно, остаться в Торпедо, но поступило предложение спортивного директора Гомеля, и я, недолго думая, согласился, потому что надо играть, а не сидеть на скамейке, что я делал в Торпедо. Поэтому здесь я буду доказывать свое место в составе и пытаться играть, приносить пользу команде, в том числе и себе.